прошу простить, я донесу, Перри. Я сегодня проспал. Надеюсь, это опоздание не повредило замыслам великим, которые должны мы утвердить. Когда бы к выходу вы опоздали, за вас бы подал реплику лорд Хестингс. Но бишь о коронации суждения. А что, вот рискнуть на это мог бы только он. Ну что, мы так дружно не смеем. Он меня так любит. Благодарю, милорд. Милорд Небеса. Да. Я вышел в Халбурнилосаду. Отлично приметил землянику. Вы не пошлете ли собрать на пробу? Целите радостью, милорд! Лорд Бадин, я прошу вас на два слова. Но мы не выбрали день коронации. Что до меня, я был бы рад отсрочки, дабы мог подготовиться вполне. Как весел нынче герцог, как приветлив, одушевлен приятной верной мыслью. Так с нами поздоровался тепло он меньше всех людей в крещенном мире. Любовь и ненависть таит способен, что в сердце у него то на лице. И что ж вы по лицу узрели в сердце? Что он ни на кого здесь не в обиде, иначе бы в глазах прочли мы гнев. Отвечу вам, дай бог, чтоб было так. Хочу спросить вас всех, чего? Чего нас ждал, когда стоим тот дом? Кто замышляет смерть мою? Прибег бесовским гостям злому человечеству. Меня испортил адским волшебством. Милорд, известно вам, как я люблю вас, а потому собрание... Первый я злоумышленников осужу. Да-да. Чтоб ни были они одна им кара. Смерть! Да! Да. Возьмите, свидетели злодейства, свои глаза. Меня околдовали! Вот! Вот! Моя рука! Как больная ветка! Вдруг высохла! А запустила порчу, выдавает Марта злобная колдунья. В союзе с бедствием под оскукой шор. О, если вдруг они не вор. Что? Если... Непотребные шлюхи. Ты что? Глубишься надо мной! Своими, если! Он измени. Голову ему! Долой! Клянусь, не сяду есть. Пока ее я не увижу. Все прочие, кто за меня за мной.